Здравствуйте. Здравствуйте. Как вам поступает? Из банка Открытия, департамент работы с проблемной задолженностью. Меня зовут Ольга Валерьевна. Игорь Викторович? Да. Дата рождения давайте. Да, давайте без даты рождения. Что еще раз? Без даты рождения давайте разговаривать. А по какой причине? Ну, я не знаю, кто вы такая, не могу называть незнакомому человеку дату рождения. Я косвенно подразумеваю, что вы из банка звоните, но... Вы, конечно, меня извините, Игорь Викторович, да, но при таком сроке просрочной задолженности я уже не звоню, потому что мы вам не первый раз звоним. Да. В общем, на самом деле это ваше право. Да. Да, можете не приходить для идентификации. Я вас поняла. Главное, чтобы вы сегодня денежные средства направили. Нет, сегодня я не отправлю никаких денежных средств, к сожалению. Вот. А почему? Ну, во-первых, у меня их нет. Ну и во-вторых, у меня их, во-первых, нет. И во-вторых, зачем... А куда вы их потратили? Дели, ну... куда, говорю, деньги? Куда дели? Куда дел? Да я не помню уже, куда-то конечно дел. Ну, разошлись. Да. Ну. Куда, я не поняла, я плохо вас слышу, говорит громче. Я говорю, не помню, куда дел. Разошлись куда-то, потратил. А, не помню? Да, не конечно. Да. Я вас поняла. Ага. По факту такая, Игорь Викторович, можете не приходить для идентификации по факту, но платить вы обязаны. Я понимаю, что я обязан платить. Два месяца вы нарушаете условия договора, уже неоднократно вы общались с сотрудниками, да? Да, почему-то ваши сотрудники ничего не понимают. На самом деле, да? Как вы общались, то есть... Я вам нормально как бы объясняю, что я предлагал же банку пойти найти какой-то компромисс. Но если вы... Вы должны предлагать банку, мы конечно вам предоставили, а вы что вам предлагаете, я не понимаю. Но я предлагал заморозить сумму долга, зафиксировать ее, остановить начисление штрафов. И я бы тогда... Свои условия вы диктуете банку. Да, конечно. Ну, раз в связи со сложившимися обстоятельствами, я предлагал банку пойти на... На основании чего, Игорь Викторович, вы должны будете диктовать свои условия банку. Вот я это вот... Ну, на основании сложившейся ситуации, потому что если взглянуть... А я сложилась ситуация, ну, если... у вас имеется. Вот смотрите, если взглянуть на проблему... Ой, Господи, девушка, слышите меня? Я пытаюсь с вами конструктивно говорить. Вот смотрите. Денег им не взять негде. Подать в суд на меня, конечно же, можно, но исполнительное производство затянется на долгие-долгие годы. Потому что у меня... Да, поэтому мы в коллекторское агентство просто передаем, вот, и все. Ну, в коллекторское агентство, пусть так. Но я не знаю, что за сколько банк продаст долг коллекторскому агентству, но в любом случае, я считаю, если бы мы нашли какой-то компромисс, банк получил бы с меня больше. Потому что я бы знал, что сумма фиксирована, я бы знал, что я копейку заплатил, и долг на копейку уменьшился, что эта копейка на штрафы не ушла. Я бы уже, может быть, гораздо, ну, существенную бы выплату сделал, уже бы. Ну, банк почему-то не делал, банк почему-то считает, что троллить меня по телефону, там, продавать коллекторам, там, в суды обращаться, это для него выгодно. Ну, флаг вам в руки, конечно. Я-то понимаю, что банку это невыгодно, и я иду навстречу банку. Я пытаюсь с вами договориться, а вы почему-то ничего не понимаете. Вы выбираете самый наисложнейший путь взыскания. Ну, что вы просто неадекватно, я считаю. Игорь Викторович, я вас сейчас поняла, да, я вас услышала. Вы человек грамотный, я так полагаю, да? Вы понимаете прекрасно, какой у вас уже срок лицом в рассрочной задолженности. Да, и что обязательства у вас имеются, ну, в нашем конкретном банке. Вот понимаете... Если бы вы хотели урегулировать вопрос, вы бы уже прошли по отделению банка, написали письмо, одно заявление, я, да? Я написал в банк официальное письмо давным-давно, и когда я ждал ответа от банка, я два месяца ждал ответа от банка, и два месяца занимал у друзей деньги, я не прекращал платежи до тех пор, пока я не получил от вас ответ, в котором написано, что банк не усматривает причин для... удовлетворение, ну, моего этого, моей просьбы, так сказать. Но раз банк не усматривает никаких причин... Значит, банк все устраивает. Так, ответ был, я ничего не говорю. Игорь Викторович, я не понимаю, вы что, на банк обиделись или что? Я не обиделся, но раз банк не усматривает причин, если банк... Такая ситуация...
А вот то, что сейчас банк тянет с судом, он уже 100% злоупотребляет правом. То есть в суде я заявлю, что вот я отправил... Подождите. Ну, банк злоупотребляет правом, не обращается в суд, зная, что его интересы нарушены. Тем более, что я предлагал банку урегулировать вопрос письменно, и банк даже мне на это ответил. Вот все, что после этой бумажки, это все уже я в суде уберу. Потому что это уже злоупотребление правом. Поэтому, чтобы сейчас решить вопрос досудебно, вы должны мне предложить что-то такое, что будет для меня выгоднее, чем суд. Игорь Викторович, вот. Успокойтесь, пожалуйста. Я вам объясняю. Мы ничего вам не должны. Ну, в таком случае не о чем разговаривать. Сумма, выставленная к оплате, со мной не нужно сейчас параллель говорить, я вас выслушала. Сумма, выставленная к оплате, 23 800 рублей. Срок установлен до 21 числа. Если до 21 числа сумма не будет на счете... Естественно, последствием будет считаться пение, начисленное на сумму. Я уже много раз такие слышал. Увеличивайте себе сумму дня по дня. Отлично. Злоупотребляйте правом, да. Только вам это ничего не даст. Игорь Викторович, мне очень важно, что вы сейчас скажете. Вы должник, вы нервничаете, я все понимаю. Нет, я не нервничаю. Да. Мне в кайф с вами разговаривать, я даже черный список убрал. Взрослый мужчина, представьте, я представляю, звонит девушка и говорит о том, что должен. Человек должен денег, и да, не отдает. Должен, как должен. Как ты себя еще оправдываешь, вот что самое смешное. Ладно, мы не об этом сейчас, Игорь Викторович, успокойся, пожалуйста. Нет, ну вот смотрите, а зачем вы мне выдали этот кредит? Вот зачем? У тебя сейчас в руках. Да, требование банка выставлено, 21 число, сумма... Это не требование, это мне позвонила девушка, незнакомая, и что-то там сказала по телефону. Требование в письменном виде, пожалуйста. На адрес регистрации. Игорь Викторович, так мы к вам придем. Подождите. Вы ко мне уже ведете, не знаю сколько. Давайте мы придем. Давайте конкретно договоримся, куда и когда вы придете, чтобы я был. Так вы нас ждете, что ли, получается? Ну, я там не живу, но как-то я с вами договорился конкретно. Я был по этому адресу регистрации, я вас ждал. Но я не понимаю, вы из Москвы ко мне поедете или как? Я, честно говоря, очень трудно представляю, что значит «придем». И оправданы ли будут те средства, затраченные на дорогу, ради того, чтобы о чем-то просто поговорить? Ваши девы сейчас просто деньги искать. Вот, я вас ждал, вы не пришли. А знаете, эти визиты, мы к вам придем, ну и что? Вы человек работающий, поэтому сумму находите, вносите. И вы же должны понимать, что... Своим обязательством вы должны ответственность нести. Вы же должны понимать, что... Помимо вас у меня еще миллион двести долгу другим банкам. У меня у самой лично 2 кредита, я по ним плачу срок. Ну, поздравляю вас, у вас есть такая возможность. Я данную ситуацию вообще не понимаю, как так можно? Ну, значит, можно. Банк выставляет требования к оплате, а вы 2 месяца не платите. Ну, вот Украина за газ тоже должна России денег, а не дает ведь. Это смешно. Ну? Игорь Викторович, смешно, как вы себя ведете. Нормально себя веду я. Но я вам сразу говорю, я не строю иллюзий. Никаких денег вы не получите 21 числа. Даже не надейтесь. Да мне, это для меня в кайф. То, что мне не будут выдавать больше кредиты, это просто замечательно. Кредиты для меня зло. Я очень рад, что мне не будут давать кредит. И денег до 21 числа я не заплачу. 100%. Я вообще ничего не заплачу, только по суду. Я вас знаю, Игорь Викторович. Да, информацию я отнесу. Да. Либо, если... Для себя, для сотрудников безопасности. Девушка. Нет, мне не нужно говорить «либо». Игорь Викторович, во-первых, в начале разговора я представилась, я вам, знаете... Вы представились не как положено. Мне не нужно. Вам нужно представляться. Вы фамилию не назвали и так далее. Ваши проблемы финансовые, они как у вас... Это ваши проблемы, деньги вам нужны, я ровно сижу, меня ничего не беспокоит. Вот вы выдали деньги, вляпались в говно, вот и разгребайте. В говне находитесь вы, а не я, мне замечательно. Что еще раз не поняла? Вы вляпались в говно, вы выдали кредит кому ни попадя, вы не запросили ни документов у меня подтверждающих доход, ничего. Вы мне не навязали этот кредит. Вы лоханулись. Вот вы лоханулись, вляпались в говно, разгребайте. Это ваши проблемы, но ни в коей мере не мои. Вам что-то надо. Вы наш с вами разговор записываете, правда? Да, конечно, я в интернете выкладываю. Да, хорошо. Вот.
Ну, не сейчас, завтра будет, я думаю. Да, да, поняла вас. Сумма выставлена к оплате. Сумма к оплате не выставлена. Вот когда будет письменное, официальное требование, это будет выставленная сумма. Я хочу, чтобы ваши супруги почувствовали, потому что у меня нет супруги. По обязательствам не выполняет эти обязательства. Всего доброго вам. Встретимся, естественно, с вами в суде, да, либо в коллекторской агентстве. И вы не забывайте, чтобы урегулировать. Всего доброго. Ну, до свидания. Я даже не хочу вам. До свидания. До свидания вам. До свидания.